самое ближайшее время Дарья Сафина предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Напомним, что еще в прошлом году в полицию и прокуратуру посыпались заявления от тех, кто отдал ей деньги за путевку, однако ни в какой отпуск так и не отправился. Потерпевшими по делу выступают несколько десятков человек. Расследовано Следственным комитетом первые 21 эпизод ее деятельности преступной. Вот обвинительное заключение утверждено, направлено в суд для рассмотрения по существу. Вину в совершении 21 преступления она признала полностью. Возврата денег за несостоявшийся отдых обманутым туристам получить так и не удалось. Сейчас пострадавшие от действий турфирмы надеются, что мошенницу накажет суд. Берчанка Ольга Чуева в прошлом году собралась поехать на отдых со своей семьей. Говорит, за долгожданное путешествие в Сочи заплатила турагентству 110 тысяч рублей. Ближе уже к вылету мы к ней обратились по поводу того, что когда будут билеты у нас на руках. Вот. На что она начала отвечать, что, возможно, будет перенос даты вылета. Потом мы уже узнали, что люди уже примерно с 20 июля никуда не вылетают. То есть она всех кормит завтраками. К сожалению, в Бердске это далеко не первый случай, когда туристы, оплатив долгожданную путевку, остаются и без отпуска, и без денег. Это, вероятно, и еще один повод, чтобы, собираясь на отдых, тщательнее выбирать оператора. Уголовное дело в отношении Дарьи Сафиной будет рассматриваться в порядке особого судопроизводства Бердским городским судом.